Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня такой легкий хобби-влог. Хочу похвастаться. Мне наконец-то пришла моя картина по номерам. Питер. За мной в Питер. По-моему, так она правильно называется. Будет 50 на 40 на 50 сантиметров. И вот такая вот она должна быть. Я, знаете, сейчас что подумала? У меня нет этой... Как это называется штука? Подставки под картину, под мольберт, да, или не мольберт, как она это называется, тренога. В общем, у меня нет такой штуки, как я буду красить, не знаю, не совсем удобно вот в таком положении. В общем, я сейчас ее открою и посмотрим, что у меня тут. В общем, достала я картину, вспомнила, мольберт, мне нужен мольберт, обязательно нужно купить. Просто если заказать, будет, наверное, может подешевле, но... Ждать мне тогда придется еще долго, уже хочется попробовать рисовать. В общем, он на холсте натянут. Краски. Вот такие вот. Насколько я помню, по-моему, акрил. Но могу и ошибаться. Вот. Ну, если кому-то прям важно, я поищу вам. Скажу, ну, по-моему, акрил. Акриловые краски. Вот такие вот оттенки интересные в наборе. Они такие малюсенькие, не знаю, надеюсь, мне хватит. Потому как, ну, она и небольшая, но и не маленькая. Пугают вот тут вот моменты. Я даже не представляю, как их буду, не знаю, вам видно, прокрашивать. В общем, вот такая вот будет. Это Исаакиевский собор. Ну и, собственно говоря, кисточки. Ну и держатели на подрамник. Да, болт. А, нет, болтики есть. Еще и болтики. Кисточки обычные. Не знаю, здесь достаточно большая площадь. И буду смотреть, удобно будет этой кистью, нет. В общем, хочу сейчас попробовать начать красить. Ну и... В наборе был еще вот такой листок, ну хотя бы цветной тогда его сделали. Он такой же, собственно говоря, как и, ну, в общем, не вижу надобности в нем, как и тут. Вот так вот получается уже. Ну, этот почти не видно, да, есть небольшие погрешности, но я потом еще на пройдусь. Кстати, на камеру хорошо видно, где какие пробелы. Но опять же, все еще и зависит от как поставить ее. Видите? В целом, я довольна. Здорово получается. Ну, вот буду сейчас докрашивать верхнюю часть. А потом будет самое сложное. Продолжаю свой хобби-влог. В общем-то, продолжаю красить. Вот так у меня это получается. Не знаю, не вложу в кадр. Такая прелесть получается медленно, в отличие от раскрасок обычных, здесь, конечно, все медленнее, но мне пока все нравится, все устраивает. Тяжеловато акрилом для меня красить, но в целом результат обещает быть вау. В общем, это Исаакиевский, девушка, ну, как я и говорила, за мной в Питер. Вот такой вот небольшой влог болтологический. Сегодня будет, был у меня, собственно говоря, чем я занимаюсь уже второй день. Всем хорошего весеннего настроения, вдохновения. Ну и пока-пока.